бренд УК перевернули сникер-игру. Вы только не поймите меня неправильно, УК все еще делают только свои фирменные сапожки, но вот их новый аксессуар просто меняет представление о защите ваших кроссовок от влаги и непогоды. Вообще, мне на ум приходит три способа защиты кроссовок. Обработка какими-то специальными водоотталкивающими средствами до того, как выйти на улицу. Постоянное мытье кроссовок после того, как вы их испачкали. Или, например, как я, не носить кроссовки совсем. И как по мне, любой из этих трех способов, он портит кроссовки либо реально физически, либо тем, что вы их не носите и не наслаждаетесь ими. Но теперь с брендом УК защита кроссовок вышла просто на новый уровень. Вы не просто можете спасти свои кроссовки от слякоти любого вида непогоды, вы еще и можете сделать это максимально стильно. Сделать это можно с помощью протекторов от УК. Вот так вот выглядят эти силиконовые накладки, они максимально просты и понятны в использовании. Все, что вам надо сделать, это вот так вот вставить кроссовок в накладку, и вы получаете вот такой вот защищенный, максимально стильный и приятный кроссовок. Посмотреть, как эти протекторы смотрятся на разных видах кроссовок, уже можно у нас в Reels в Instagram. Пишите в комментариях, что думаете про эти накладки.